Албена Денкова и Петр Кислов удивляют нас каждый раз. И секрет тут прост. Как говорит звезда латиноамериканской музыки Дженнифер Лопес, все дело в большом бэкграунде. Но с бэкграундом Лопес все ясно. Мне кажется, у наших конкурсантов другой случай. У них будущее большое. С легкой иронией над собой мы решили взять чачу. И мне кажется, что у нас получился очень сложный танец. Шаг практически на каждый счет. Ну, да, это и... элементы, это бедра, это характер. Это то есть быстро. Это все, это очень быстро. Такого быстрого мы еще ничего не делали. Да. Ну, реально, сейчас скажу уже, ну, потому правда, ну, это... Я же не прибедил, я говорю другом, покажите руки, я, которые я не знаю. Все, все, больше ничего не прошу, вообще ничего. Мы решили сделать упор на танцевальности на этот номер. Для меня это было сложно, и опять же, это должна быть и яркость, эмоции. Все бедра. Бедра. Бедра, плечи, руки. Вот. Для меня это было сложно. Потом я научился делать тройку без рук. То есть я теперь ее делаю сам, и очень спокойно, свободно. И в любой момент меня разбуди, днем, ночью я сделаю ее. Пока только вперед. Ребята, понимаете, они выбрали такой тон. Шутливый, все как бы не взаправду, не всерьез. Шутка, игра такая. К сожалению, один раз заигрались, и это привело... Дошутили, что называется, упали. Давно эта пара не бывала на льду, в смысле, не падала на лед. Но зато потом они встали и опять все выполнили. Там была такая симметричная, сложная дорожка шагов, от которой сердце замирало. Номер был и веселым, и сложным одновременно. И если бы не это падение, я бы встал и стоя бы аплодировал Албене и Петру.
Потому что сколько труда в такой номер нужно вложить, чтобы эта показная легкость была действительно легкой. Ура! Извините, пожалуйста. И на солнце бывают пятна. Петька, молодец, молодец. Спасибо. Что, расслабилась или что? Зацепилась. Не надо никогда скрещенные делать. Блин, так жалко вообще. Так катали хорошо. Альбина Данкова и Петр Кислов. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,90. И оценки за артистизм 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,88. Татьяна Анатольевна, вы заметили правильно буквально несколько программ назад, что действительно мы прошли уже экватор и подошли к той стадии, когда любая помарка, а тем более падение, конечно же, в первую очередь сказывается на ваших оценках. В общем-то, в ритме были, но падение длинное, большое. Не поймешь, с чего. Сделайте, пожалуйста, с чего вы упали. Можно? Сделайте, пожалуйста. И все? Пятка за носок зацепилась. Да, надо было сначала показать, надо было сначала вас попросить сделать. Пятка за носок у тебя зацепилась. А так часто бывает, Татьяна Анатольевна, сложные элементы выдаются легко, а на простых вещах мы спотыкаемся. Ну, в номинацию, конечно, не хочется попадать, потому что катаются-то классно. Ну и сделать тоже ничего невозможно. Поэтому, конечно, 5-9, 5-9, потому что такой огромный кусок, как казалось, видите, это такой незначительный кусок, когда просто его смотришь без музыки. Но когда в музыке есть больше 2 секунд, кажется, что это просто минута. Вот, поэтому, конечно, это во второй оценке, это у меня тоже отразилось. Хотя катаются они, конечно, феноменально. Жаль. Спасибо, Татьяна Анатольевна. Лейсан, несмотря на то, что ребята упали, допустим, мы забыли про это. Как тебе, в общем, та картинка, которую ты получила? В общем, я влюблена в эту пару. И молодцы, что собрались и отработали еще лучше, чем было до падения. Мне кажется, что это какой-то был знак задуматься. Просто, мне кажется, Албеночка уже настолько расслабилась и представила, что Петр такой уже, он профессионал. И поэтому она как бы подумала, ну он сам сейчас как-нибудь, а я тут дай упаду. Ну, такое вот было ощущение, что катаются 2 профессионала. И один из них упал. Это просто звоночек, ребят. Вы соберитесь, и все будет хорошо. Это звоночек, но еще и, конечно же, потом пойдут смски. Леш, ты просто неотразим в этом костюме. Это вам Валентин подсказал или действительно это ваше мнение? Это, наверное, тебе Валентин подсказал. Прелесть. Валентин. Просто прелесть. Как я вам? Ты, как всегда, потрясающий. Но если я уже взял микрофон, я, наверное, хочу сказать, конечно, да, если это возможно. Пара была в контексте, так как я представляю Союз танцевального спорта России. И вот латиноамериканская музыка, она очень сложная, к тому же на льду. И у ребят я видел эмоцию, бедра, плечи, глаза. И даже после этого падения... Даже киноминус всего-то этого не видел. Они поднялись. И они опять подняли музыкальный дух. Они собрались, это было очень важно. Вы были хороши, ребята. Спасибо. Боже, как обидно, потому что действительно все думают, что у вас нет конкурентов, и действительно настолько уверенно стоите на ногах, но тут падение, Албен, что случилось? Ну, я зацепилась пяткой об шнурок и в таком легеньком прыжочке. Даже не понимаю, почему. Хотела сделать покрасивее, что ли, а получилось ужасно. Спасибо. Петя, извини меня, пожалуйста, я, ну, просто извини, пожалуйста. А ты извини, что не удержал. Петь, ты очень сильно волновался перед выходом на лед. Такое ощущение, что ты прям предчувствовал, что сегодня что-то может произойти. Или действительно ты считаешь, что спорт, он не бывает ровным, и взлеты, и падения, и сегодня вот это вот, может быть, даже необходимое падение было?
Ну, я считаю, что надо когда-то начинать, потому что каждый по разу уже это продемонстрировал здесь, а мы вроде как-то стабильно держались, и вот, может быть, какая-то расслабленность или... Ну, не расслабленность, а спокойствие в том, что мы будем крепко стоять на коньках, она и... Ну, и как бы и получилось из-за этого падение. Петь, ты стоял крепко на коньках, это я не удержалась. Петь, так вот сам результат. Оценки, понятное дело, они невысокие. Сам результат катания. Ты что-то добавил сегодня именно в своем катании? Ты удовлетворен? Определенно. С каждым новым номером, с каждой новой темой мы делаем что-то новое, какие-то новые шаги. Вот я научился делать тройку, уже не держась за албанины руки. Вот. И теперь я твердо ее делаю и уверен в ней. Спасибо вам большое. Я желаю вам твердо стоять на ногах, не повторять вот этого горького опыта, а идти только вперед. Пока!